Мы находимся в отеле Гранд Кабана. Утро, 8 утра. Мы только что позавтракали и идем по территории отеля Гранд Кабана. Сейчас хотим зайти на территорию пятизвездочного отеля. Вот дорожка к морю. Вот вы видите домики. Какое расстояние. Буквально 30 метров. Вот море. Сейчас прилив. Народу еще никого нету. Вот такой белоснежный песочек. Лежаки. Кто-то вчера делал джингл бенд. Немножко покуражили, все за собой убрали. И вот мы попадаем на территорию отеля 5 звезд. Здесь тоже многочисленные лежаки, столики. И уже люди плавают в бассейне. В предыдущем видео мы показывали вам ночной бассейн. Теперь покажем утренний. Громадный бассейн, я так думаю, где-то метров 50, может быть. Глубина 1,5 метра, как вы видите. Работает персонал. Везде все чистенько. Газоны. Дорожки. И вокруг то ли прудик, то ли озеро. Но рыбок не видно. А может и плавают. Как будто отель стоит на берегу озера. И работают фонтаны.
покажем вам еще один бассейн. Бассейн поменьше. Но тоже очень красивый. Везде зелень, цветы. Глубина 1 метр. Такие ступеньки. Навес. Водичка циркулирует из одного в другой. Вот еще один детский бассейн. Душевая тут же рядом. Лежаки, заметьте, очень большие и толстые, мягкие. Везде присутствуют свои номера, жетон для быстрого обслуживания. И кнопка вызова. Посмотрите. Нажал кнопочку. К тебе подошел персонал. Чай, кофе. Все что угодно. Все за ваши деньги. Вот уже елочка новогодняя. Люди готовятся к Новому году. Различные подарки на траве. Такие вот удобные кресла. И опять озеро, озеро, озеро. Нет, рыбки плавают. Вот, можете заметить. Рыбки большие плавают. Значит, это пруд. Искусственный. И вот такие вот корпуса. Большие балконы. Я думаю, что и номера под стать своим корпусам.